Всем привет, друзья! Халк, бодибилдер или жертвы синтола? Что такое синтол? Это препарат, который вводится в мышцу, которую нужно увеличить. И состоит он из 80% масла, 7,5% лидокаина и 7,5% спирта. Вещество проникает в промежутки между мышечными волокнами и остается там. В мышцах сохраняется около 70% этого препарата. Результат применения синтола сохраняется в среднем 3-5 лет. А на самом деле препарат не дает ни силы, а лишь визуальный эффект, который таит очень много опасностей. Если брать реальный пример, лучше всего подает культурист Вальдир Сирата. Ради популярности он постоянно вводит себе инъекции синтола. Вальдир уже набрал таким образом 25 килограммов и не собирается останавливаться. Возможные последствия синтола – то, что он может привести к серьезным проблемам со здоровьем, ампутации и даже убить человека. Неестественный рост мышц выглядит одинаково с обоих сторон. Порой инъекции ведут к неестественному виду. Синтол может навсегда разрушить мышцы, особенно если сильно увеличивать дозировку, и также мышцы могут не выдержать и разорваться. Есть риск, что масло попадет в вену, а затем по кровеносной системе попадает в мозг, что может привести к инсульту или смерти. Также синтол вызывает хронические раны и язвы. Нередко у пользователя синтола возникают инфекции, при которых накапливается большое количество гноя. А некоторые инфекции могут быть смертельными. И теперь я вам хочу показать подборку любителей синтола, или, как сказать, его жертвы.